Ранее наша пара Юлия Галышева и Павел Колмаков блестяще прошли квалификацию. Казахстанцы вышли в четвертьфинал с первого места. О том, что происходит в данный момент на Шабулаке, прямо сейчас расскажет Эльзат Акчурин. Он уже на прямой связи со студией. Эльзат, привет, и тебе слово. Долга, здравствуйте! Порадуемся все вместе и поддержим наших фристайлистов. Сейчас в эти минуты там, в горах, они отстаивают честь Казахстана в финале по фристайлу. Параллельный и двойной могулы. Шансы на победу велики. Наши спортсмены показывают хорошие результаты, но пока игра все еще продолжается. И я думаю, что сейчас мы получим какие-нибудь данные, а пока... И вот поступила информация, что Юлия Галышева завоевала второе золото. Да, это победа, это второе золото по фристайлу. Буквально накануне имя этой спортсменки прогремело на всю страну. И сегодня она повторила свою победу. Но пока радуются болельщики, я думаю, тренеры тоже. Я добавлю, что сегодня на Шабулаке были соревнования по еще одной дисциплине. Это горные лыжи. Выступала от нашей страны Мария Григорова. Она, к сожалению, в тройку лидеров не вошла, но тоже показала хорошие результаты. Настроение на самом деле очень хорошее. Правда, погода мне не очень нравится. На самом деле это не очень хорошая видимость. Это плохо видишь трассу и уже, соответственно, тяжело ехать. Но я буду в любом случае стараться, как всегда. Это мой любимый вид, я должна показать здесь хоть что-то. И я буду показывать. Талгат, и вот снова информация. Дмитрий Рейхер завоевал второе золото по фристайлу. Это просто невероятная победа, которую, я думаю, все ждали. И вот снова информация поступает, уже серебро завоевывает Павел Колмаков тоже во фристайле в Могуле. Это тройная победа на сегодня. И я думаю, на этом подытожу, поскольку вот уже выставляю сейчас сцену, и наши призеры выйдут на пьедестал почета. Мы должны успеть с ними поговорить и встретиться. Ну и добавлю, что сегодня мы увидимся вечером с вами, телезрители, в Халык-арене, где Казахстан сыграет с Чехией. Это тоже важная игра для нашей сборной. Талгат! Спасибо, Эльзат. Продолжай болеть за наших. И думаю, что ты еще не раз сегодня сообщишь нам о золотых наградах.